Всем привет! Если вы купили Baby Smartwatch и не можете их зарегистрировать в программе C-Tracker, вам пишет ошибку, что неверный QR-код, и он показывает там сплошные нули. Такое бывает. Что для этого надо сделать? Надо взять сим-карту, активировать на ней интернет, положить денег на счет, снять запрос пин-кода, вставить в часы. После чего надо зайти в настройки, подключить часам интернет, будь то Wi-Fi или мобильная связь через точку доступа APN, убедиться, что интернет пошел, дождаться 3 минут, после истечения которых придет регистрация этой сим-карты на часах, и часам будет присвоен QR-код, после которого вы сможете отсканировать и добавить его в свое приложение. Да, есть модели часов, как вот эти, например, у которых QR-код прописан, он единый, он не меняется, тут никаких таких движений не надо выполнять, но если вы взяли 4G часы такого плана, то эту меру надо будет выполнить, о ней сказано вот тут в инструкции. Если это видео было кому-то полезным, ставим лайк, подписываемся на мой канал. Всем удачи, пока-пока.